Разрешите мне на правах проводника посмотреть, все ли устроились удобно в нашем вагоне номер 8 праздничного экспресса, который называется «Поезд к женской мечте». Каждая женщина имеет право на исполнение мечты. В районном доме культуры можно было получить билет, пусть и новоображаемый, но все же поезд к этой мечте. Артисты районного дома культуры начинают праздничное представление, посвященное Международному женскому дню. Как оказалось, даже в начале пути, на вокзале ожидания, может быть весело. Начальником поезда объявили заместителя главы района Андрея Машинистова. Он поздравил всех женщин и пожелал счастливого пути. Будьте счастливы, и всем пассажирам этого экспресса хочу пожелать счастливого пути, и пусть хранит вас Бог. Чтобы путешествие пролетело незаметно, организаторы наполнили концерт яркими творческими номерами, где хватило места и песням, и танцам. Я люблю тебя до слез. Всю дорогу гостям праздника не давали скучать проводники поезда. Сейчас вы произносите за мной. Поздравим наших женщин с днем рождения, вернее нет, с 8 марта вас, женщины, с 8 марта вас, женщины. Понятно? 3-4. С 8 марта вас, женщины. Надо поезд останавливать, мужики будут сходить. Еще 3-4. С 8 марта вас, женщины. О, здесь остаются. С 8 марта вас, женщины! С 8 марта вас, милые! С 8 марта вас всех. Встаем и аплодируем. Путешествие до конечной станции заняло 1,5 часа. Как оказалось, праздничная женская мечта уже долгие годы остается неизменной. Каждая женщина мечтает о цветах, которые и подарили пассажирам этого праздничного поезда. Александр Межванов, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр», Богучаны.